На основании изложенного руководствуюсь статьями 307, 309 УПК РФ, суд приговорил Курмакаева Эльдара Юнировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года номер 130 ФЗ и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. В период отбывания дополнительного наказания в виде ограничения свободы в соответствии с частью 1 статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на Курмакаева следующее ограничение: не изменять место жительства или пребывания, а также не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания в виде ограничения свободы, не изменять место жительства без согласия данного органа, а также возложить обязанность один раз в месяц являться в названный специализированный орган для регистрации. Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания Курмакаеву Эльдару Юнировичу исчисляется с 24 января 2019 года. За честь срок наказания время содержания под стражей с 10 января 2018 года по 23 января 2019 года включительно. Понятен приговор вам, подсудимый? Еще раз напоминаю и разъясняю, что вы признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации.